Франсуа Буше не считался портретистом. За всю свою творческую жизнь он написал более 1000 картин, из которых лишь немногим более десятка были портретами. Большинство из этих портретов принадлежат маркизе де Помпадур. Имя маркизы де Помпадур было известно многим еще при ее жизни. У нее был роман с Людовиком XV. Красота и живой ум молодой мадам сделали ее известной в столичном обществе. С ней искал знакомство сам Вольтер. Очень мало интересуясь своим мужем, она весело проводила время в обществе блестящей молодежи. Ее держал на примете банкир Жозеф Пари, старый знакомый ее отца. Подыскивая способ возвыситься после смерти кардинала Флюри, он смог представить молодую женщину королю Людовику XV, который незадолго до этого потерял свою фаворитку, герцогиню де Шато. Мадам де Помпадур, первая дама Франции, носившая с 1752 года титул маркизы, была капризной и своенравной. Действуя через своего брата, она, например, приказала вырубить большой участок деревьев в районе Елисейских полей, занимаясь перепланировкой собственного дворца отеля де Помпадур, ранее отель де Вре, и устраивая там открытые портьеры. Буше писал ее портреты в другой ее резиденции, в замке Бельвью. Кроме того, он создал два ее овальных портрета – маркиза де Помпадур за туалетом и портрет маркизы де Помпадур. В Версале в ее распоряжение были предоставлены несколько комнат, расположенных прямо над королевскими покоями и соединенных с ними потайной лестницей. В июле король подарил ей усадьбу Помпадур в области Лимузен вместе с титулом маркизы. После получения доходной синекуры муж дал ей развод. Помпадур симпатизировала Буше, считала его гением, и ему она доверила писать свои портреты. На картине «Портрет маркизы де Помпадур» мы видим юную девушку, лежащую на диване в красивом будуаре. Она одета в изысканные дорогие наряды, а глядя на ее туфли на высоком каблуке, можно без сомнения сказать, что эта маркиза де Помпадур – великая модница. Маркизе удалось ввести в Версале правила о частом мытье. Ее потрясал аромат мочи, пота и пыли, висевший в воздухе дворца. Буше, нарисовав розы на платье, хотел показать чистоту и благоухание с этими чудесными цветами. Действие в картине было основано на размышлениях маркизы о прочитанной книге. Мадам была покровительницей искусства и литературы во Франции. Это подчеркивает книга, раскрытая в руках девушки. За ней зеркало, в котором мы можем видеть ее прическу. Несмотря на реалистичность картины, маркиза де Помпадур изредка упрекала художника в том, что он написал ее красивой, но не очень похожей на себя.
Фаворитка короля изображена на всех портретах молодой миловидной дамы. Буше представлял ее то кокетливо-грациозной в овальных портретах, то задумчиво-меланхолическом настроении, как на этом портрете, но не создал ни одного ее мифологического портрета, в отличие от скульпторов, представлявших маркизу де Помпадур в образах Помоны, Авроры, Изобилия, Дружбы. Несомненно, портреты маркизы де Помпадур являются лучшим, что создал Буше в жанре портрета.